Доброго FPS, дорогие друзья, мы продолжаем проходить Ведьмака, с вами Марс. Мы находимся на болотах, и в прошлой серии я все-таки решил закончить некие незаконченные дела в этой локации, к тому же появились тут и новые квесты. Теперь нам нужно разобраться с некими бандитами, типа мы их не знаем, короче, со знаками Саламандр. Бандиты заставляют местных кирпичников собирать здесь травы. Непростительно. Это оно? Это кикиморы? Не, ну блин, так-то они опасны, в принципе. Давайте херанем ласточку, у меня там все равно их было довольно много. Ага, 3 штуки, блин. Тоже мне много. Ну, пускай все-таки будет ласточка. Что там-то? Господи, боже мой. Пиявка. Отвали. Мне бы как-то на к башне попасть. Что-то я как-то плохо помню этих кикима. Что-то они мне не вбились в память. Может, я, конечно, провтыкал, но... Я обычно хорошо запоминаю врагов, а тут что-то как-то вообще их не помню. То есть для меня было вот удивление, что тут конкретно водятся какие-то кикиморы. Интересно, этот старый хрен тут еще живет? Не сдох, пока тут меня не было. О! Не сдох. Ты бледен. Да пошел ты в жопу. Почему мне? А. Все сме. Как Опять есть хочется. Ну у тебя в принципе ничего нет. Ни по диалогам, ни по предметам. Поэтому пойдем, пожалуй, отсюда. Ну, пойдем и не в эту сторону. Так. Подожди, дедушка. Я помню, каким-то магическим образом я с твоей хижины попадал прямо в башню. Как это было? Вряд ли сюдой. Но как-то это точно было, потому что помню. Была такая у тебя магия. Что-то сейчас она как-то не работает. Ну да, похоже на то. Придется чесать через болото. Может, я просто что-то втыкаю, не могу найти это место, но... Да и насрать, пойду через болото.
Да эти кикиморы, блять. Такая здоровая херня, что. Ну я в жопу. Давай сюда, иди. Огромные раки-мутанты. Такс. Сказали, что где-то возле башни они их заставляют искать там, собирать эти травы и всякую остальную лабуду. Чем мы это и проверим, в принципе. А тут от башни недалеко до бывшего лагеря Скоэтаэлей, туда тоже стоит зайти, я думаю. Да-да-да. Здорово, пацаны. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Ты перешел мне дорогу, умрешь. Смешно. Ведьмак, как раз вовремя. Возвращайся домой. Да не побеспокоит тебя никогда засуха. Прежде чем вы уйдете, Эти бандиты заставили нас собирать травы, чтобы делать из них фисштех, как я понимаю. Есть несколько групп, одна из них прячется в пещере неподалеку от старой просеки. Саламандры занимаются торговлей наркотиками. Честолюбивый план. Спасибо за информацию. Возвращайтесь по домам. Такс. Давайте заберем с сундука тут эти все приколы. Что-то о болотных растениях. Хорошо, что я эту книжечку не купил в свое время. Так, ну стрелы тут. Давайте заберем легкую дубину, вот эту вот секиру. Это полезно. Так, серебряное кольцо с печаткой. Даже не знаю. Давайте просто заберем. Чему бы и нет. Так, ловили лесорубов, вот это храм Мелители. Так, давайте-ка сначала к тому, что ближе, потом к тому, что дальше. Я собирался зайти в старый лагерь этих Скоэтаэлей. О, саламандры. Это я хорошо зашел. Ну чё, давайте порешаем. Наши проблемы. Я тебя убью. Ну
Это было неплохо. Так, ведьмачьи секреты. Мне удалось обнаружить и уничтожить лагерь в Саламандрных болотах. Мне нужно найти что-то там еще. Блять, сколько тут все-таки мечей всяких разных. Ё-моё. Так, на это мне уже, пожалуй, не пригодится. Блин, сколько тут лута полезного. Можно было бы мечи складывать. Я бы реально в торгу насобирал бы. Просто вот так вот торговцу занес. На, забирай. Это ж такой класс. Блин, говно не влазит. Чтобы-то выкинуть такое. Не очень нужное. Блять, контрактные хинопсов. На Альгулей. Запись там какого-то рыцаря. Такс. Блин, полно нормальных всяких этих приколов, но, к сожалению... К сожалению, места мало. Было бы место хотя бы на пару мечей еще и на пару топоров, было бы очень круто. А так один меч с собой таскать, но один боевой, один на продажу, это не так уж и хорошо. Ну уж что есть, то есть. Ладно, лагерь я тут уничтожил. Что мне надо сделать-то? Так, мачи секреты. Нужно найти главу Саламандр и покончить с ним. Я уничтожил ячейки Саламандр в Изиме. Оказалось, что они были... очень влиятельны. Теперь мне нужно найти главу и покончить с этим. Скорее всего, украденные секреты находятся у Азара. Я должен получить их. Понятно. Я должен освободить другие группы. Где, блядь? Ага, пещера. Хорошо, пошли туда. Живенько я так порешал эти все приколы с саламандрами. Такие оказались слюнтяи. Ебать. Это чё там, обычные виверны? Ой, блядь, нахуй, королевская виверна. Они все там королевские или, блядь, все королевские, ёбаный в рот. Там ещё какая-то именная виверна, моа. Пацаны. Ну, не пацаны, а виверны. О-о-о, одна сагрилась. Ссаные драконы, ну... Нет, не стоит.
самая выигрышная тактика в этой ситуации — это по одной их выманивать и убивать. Потому что я думаю, они чрезвычайно опасны. Даже вот сейчас вам попробую показать. Вот три виверны, и это хуйня. Непросто. Я вам одно могу сказать. Это было крайне непросто. Но я справился. Это, по-моему, очень даже неплохо. И как вы видите, сколько они мне, блядь, оставили. Чё-то я не могу её залутать. Блин, как это плохо. Так, ловчему предоставить доказательства. Это хорошо. Это очень даже неплохо. То есть он мне отвалит за нижнюю челюсть выверный баблишка. Пиявка. Смешно. Я тут выверн вертел, а на меня тут пиявка с плавуном нападает. Ладно, уходим отсюда. Это был крутой бой, мне даже понравилось. Такой не очень приятный, но крутой. Так, давайте-ка пойдем больше по этому краю, потому что... А вдруг встречу кого-то интересного? Друид. Волки. Вот Еявин тут шляется. Что ты хочешь? И явен. Каэд. Что ты здесь делаешь? За что ты так сильно ненавидишь людей, Яевин? За что? Полагаю, ты не хочешь услышать о идеологии и... Ты прав. Я отвечу на твой вопрос, если ты сначала... Давай. Согласен. Когда-то я жил в крупном городе среди людей. Я вел себя честно и обходительно. Я уважал их глупые обычаи и законы. Ассимиляция. Я жил этим словом долгие годы. И на протяжении всех этих лет меня обманывали, надо мной смеялись, временами били и грабили. Но я не чувствовал ненависти к людям. Я считал себя лучше их. Я говорил себе, что они просто не в силах контролировать свои слабости и свои недостатки. Меня грабили в 3 раза чаще, чем всех остальных. На моих дверях экскрементами рисовали расистские лозунги. Многие годы я не понимал, почему так происходит. Неужели я делал что-то не так? Что мне нужно было сделать,
чтобы я мог жить дальше мирно и спокойно. И знаешь, что я понял? Нет, но уверен, ты сейчас мне об этом расскажешь. Я все делал так. Я лгал себе с самого начала. Как луна никогда не догонит солнца, так и люди никогда не изменятся. Они навсегда останутся эгоистичными, завистливыми, мелочными и страшащимися всего, чего они не в силах понять. И уж поверь мне, не понимают они очень много. Теперь ты сам стал похож на людей. Нет, Геральт, ничего подобного. А ты, ведьмак, кто ты такой? Фу, ну что я могу сказать по твоему поводу? Ты заносчивый тупой сукин сын, потому как считать себя лучше, выше остальных — это просто достойно презрения в любых его ипостасиях. Если ты уж решил жить среди людей, так живи, мать твою, ёб, но не считай себя лучше за них. Вот они тебе и отплатили. Тут ничего особенного нету. Такое бывает что как межрасовыми, так и, блин, в обычном обществе, даже в любом коллективе. Ничего особенного. Так, что мы тебе ответим на это все? А ты пытаешься заставить солнце замереть на месте. Я не понимаю тебя. Мне не нравится твоя самоуверенность. Ты мечтаешь давно. Я такой же изгой, как и ты. Я понимаю, что ты говоришь, но не собираюсь. Вот это мне больше подходит. Ты пытаешься заставить солнце замереть на месте. По мне, так эльфы мало чем отличаются от людей. Я не понимаю тебя, и мне не нравится твоя самоуверенность. Ты мечтаешь о давно ушедших временах, которых никогда уже не вернуть. И неважно, сколько дойны ты убьешь. Посмотрим. Вот и все. Пошел нафиг. Прощай. Так. Ин воэд страэде каем эу аен каэрме. Слышь? Добро. Приветствую. Неужели мои старые глаза сыграли со мной злую шутку? Он самый. А откуда ты меня знаешь? Я много о тебе слышал от нашего общего друга Мышовура. Я потерял память и не помню никого по имени Мышовур. Возможно, я смогу тебе помочь, если бы ты остался тут на несколько лет. Ого. К сожалению, меня ждут важные дела. Но я бы хотел поговорить с тобой кое о чем. Да, белый волк. Так, на болотах появились бандиты. На болотах появились... Деревья передали мне, что ты убил их всех до последнего. Мы очень благодарны тебе. Такс. До встречи. Не, насрать, что ты думаешь сейчас какой-то эльф. Привет, подружка. Привет, подружка. Гвинблейд. До встречи. Да. Ух ты, какая. Ладно, пошли. Пошли. Все. Труп. День 7. 5-10. Беру. Окей. Так, ну, вы же знаете, я этим не дерусь, просто ради того, чтобы продать. Вот эти мечи вообще запретные, они мне так нравятся, ёпона мать, они такие классные. Ну, по виду просто. А пока лучшего оружия, чем вот это вот, я не нашел. У меня был, конечно, меч, который кованный из руды. Этой метеоритной, но жопу. Он уродливый. Ты смеешь бросать? Ты пожалеешь, что ты когда родился?
Слава владыкам! Наш спаситель! Вы свободны. Мы хотим вознаградить тебя. Что вы знаете? Они обосновались в старом лагере нелюдей. Их там много-много. Тебе нужна будет армия, чтобы выкурить их оттуда. Спасибо. Они уже мертвы. Послабься. Армия мне понадобится. Тут какой-то сундук даже есть. Так, ржавый меч. Очень полезная, видать, херня. Так, давайте по этой дороге пройдемся. Все равно к алтарю Мелителли. Мне там нужно кольцо забрать. Некое фамильное. Все равно по пути. Сюда ведь? Ну да. Блин, классные такие локации. Так вот, если бы не было вот этих вот стен, просто была бы глубокая вода, было бы намного лучше. Труп. Я думаю, это оно. Да, вот оно, фамильное кольцо. Так, с чего бы то такое выкинуть? Ну, вот этот, в жопу черный порох. Так, ну, я вернул кольцо, да? За кольцо, наверное, это, наверное, не оно. Ну ладно. Давайте еще тут саламандр подхерачим. И тогда с ними на, ну, в окрестностях в зиме будет покончено. Папа, давайте, пацаны. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Я пришел сам. Вы слышали это, мужики? Прежде чем вы уйдете. Они держали нас в лагере. Есть еще несколько таких. Спасибо. Почему они напевают песню Дарта Вейдера, а? Мне просто интересно. Че, это доставляет удовольствие какое-то или что? Я не понимаю. Так я ж был в этой пещере, нет? Я ж в свое время искал тут сефироты. Это скучно. Что ты такое, блядь? Мальчик, в чем твоя проблема? Смотрите, посланец владык помог мне подняться с колен. Эй, парень, ты что пропал? Я сидел на дальних берегах, плакал и вспоминал свою родину. Значит, ни друиды, ни дриады тебя не похищали. Благословен тот, кто поднимает... Не за что. А... Кто стоит вы... Отлично. Вали отсюда нахер. Этот топор, бля, насколько же он хорош. В жопу этот меч. Кокатриксы. Теперь тут они, блять, вообще в промышленных масштабах водятся. Ну пошли заебашим, чё. Давай ебать, кокатриксы.
что, поломался, что ли? Я не понимаю. Шкура волка. Окей. О, еще как Атрикс. Вас до хера. Это я волков тут, помню, вскрывал. Короче, блять, этих кокатриксов офигеть. Подъем нахуй. Такс. Безображенный труп. Снова для эликсиров неплохая штука. Перья, откуда, правда, у чешуйчатых драконов, ну, драконоподобных, перья, ну, по крайней мере, похоже это на перо, я там не читал, что это. Такс. Тут все. Тогда давайте-ка еще сходим. Волк, блядь. Вы, блядь, берете шавки. Не. Такс. Тут еще что-то есть. Взялись волки, блядь. Вот откуда они здесь? Ах. Ладно, с саламандрами разобрались. Кокатриксов побили. Можно со спокойной душой идти отчитываться перед Ваской. Все ее задания выполнены. Тут еще, конечно, труп есть. Сейчас мы его посмотрим. Бля, ну не дают. Блять, прямо в говно, ну ё-моё. Что ж такое? Это в трупе было? Да, судя по всему, зря. Так, ну чё, пошли к алтарю Мелителли. Стрел, чемерица, алтарь Мелителли, ласточкино зелье, пиявки тут, там труп еще лежит. Давайте за трупаком сходим, в принципе.
явок тут, конечно, дофига. Задристались вообще все. Вот это оно. Да. Хорошо. Все, самое время отчитаться. Так, кстати, у нас тут будет ближайшее место, да в жопу. Уже так отправлюсь, там и фамильное кольцо надо будет отдать, и там много всего надо будет сделать по сдаче квестов. Я просто подумал, чтобы сразу к Меригольд, но нет, слишком много заданий мне еще сдать нужно. Отвалите, блядь. Не мешайте, я тут гуляю. Просто прохожу мимо. Просто прохожу мимо. Такс. Кирпичники тут тусуются. Люблю это дело. Чё ты любишь-то? Старые кирпичи, 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 кирпичи. Васки нету. Васка внутри, наверное, опять, блядь, водных владык вызывает. Это конченая старая корга. Правда? Ну, она заметает, они ее вызывают. Такс, нашел я ребенка. Я нашел пропавшего ребенка. Благодарю тебя, Белый. С ним трудно договориться. И было сказано. О, то есть Господи. Он всегда такой был? Сын утопший, он возглавит тех, кто ступают по пути богов, и приведет их в подводное царство. Был рад помочь. В чем дело? Я освободил всех кирпичников. Они рассказали мне о базе Саламандр. Благодарю тебя, Белый Волк. Все сокровища мира не стоят твоей отваги. Если ты хочешь уничтожить бандитов, ищи Иерофанта в роще. Мне ведомо, что друиды следят за саламандрами. Так я и сделаю. Думаю, я знаю, как лучше. Ныне я дарую тебе благословение водных владык и принимаю тебя в нашу общину. С этого дня и впредь ты можешь погружаться в священную воду болот и радоваться. Охуеть. Я польщен. Такая честь, ибо... Ибо кто более велик, чем водные владыки? Делать нечего. Держи рыбу. Как я не люблю эту старую хрень, а? Она такая муторная, такая конченая. Господи Иисусе, кто ее... Кто писал ей тексты? Это, конечно, хорошо, ролеплей, там вся херня, но она такая мутная, это капец. Чё это такое? Крепкое спиртное, основа для эликсира. Хорошо. Это вроде все. Нам нужно побольше дождя.
Дагон. Слизь Дагона. Что-то я помню насчет этого Дагона. Только не могу вспомнить конкретно, кто это, что это, о чем. Такого типа. Пора навестить Ливардена. Ну да. Надо поговорить с Шанни. Буду искать других противников. Ну это такое. Короче, все. С болотом, я думаю, покончено. Люблю это дело. Не очень хочется мне возвращаться обратно в эти края. Ибо, ну просто мне... Кармен? Какого хера ты тут делаешь? Кто хочет переправиться? Я... Мне пришлось сюда прийти. Зачем? Я заняла деньги, мне нужно скрыться. А в чем дело? Вижу что-то серьезное. Я не могу тебе сказать. Слушай, я не буду выпытывать, но вижу, что ты несчастна и напугана. Возможно, я смогу тебе помочь, но только если ты расскажешь мне, в чем дело. Есть один мужчина, важный человек. Для меня он тоже важен. Он болен, и я должна ему помочь, как? Пока еще не слишком поздно. Он оборотень. Охуеть. И я не хочу, чтобы его убили. Не волнуйся, оборотню убить не так легко. И несмотря на распространенное мнение, ведьмаки далеко не всегда убивают монстров. Когда есть возможность, мы снимаем проклятие. Что ты планировала делать, чтобы спасти своего друга? Толстая Софи сказала мне, что друиды много знают о таких вещах. Я пришла с золотом, чтобы купить у них лекарства. Я схожу. Да, это правда. Друиды могут что-нибудь подсказать. Ведьмак. Ладно. Юной барышне вроде тебя слишком опасно находиться на болотах. Я спрошу друидов, есть ли у них средство, которое поможет тебе. Спасибо, ведьмак. Я буду ждать тебя дома. Здание напротив таверны в трущобах. Окей. Блин, надо было с ней сразу поговорить, конечно, но... Ну ладно, к друидам так к друидам. Чё мне? Сгоняю, в принципе. Тут не так, чтоб далеко прям. Ну, локации не особо большие просто. В этом дело. Особенно если еще и в бои не вступать, то вообще хорошо. Все, идите в жопу. Я не хочу с вами драться, вы кончены. Такс. Почти, блин, на месте, а вот... Черт меня дернул поговорить с этой Кармой. Так бы себе уже занимался своими делами, Ливарденом и остальными придурками. Но нет, надо было ей помочь. А, я вспомнил, кого это она пытается вылечить. Все, понятно. Да-да, не зря. Не зря я ей помогаю. Но спойлерить вам не буду. Ибо вы скоро все сами и увидите. Так, старший друид. Давай с тобой. Чел? Прощай. Так, с обычной друид. Ты знаешь, друид. Что вампиры и фледеры боятся чеснока? Волки, кияви. Энифант. Да. Я познакомился с женщиной. Ее зовут Кармен. Ее возлюбленный по ночам превращается в волка. Она хочет спасти его от этого заклятия. Ты ведьмак. Ты должен знать, как справиться с ликантропией. Разве нет? Я не Когда-то помню. Я, может, и знал, что делать в таких случаях. Но теперь я ничего не помню. Конечно. Моя память уже тоже не так остра, как раньше. Я знаю несколько средств от ликантропии, хотя сам я их еще не испытывал. Я думал о магических средствах. Может быть, есть какой-нибудь эликсир?
Я не знаю, как приготовить такой эликсир. Тебе стоит спросить опытного алхимика, если появится такая возможность. Но я читал, что в таких случаях может помочь рубашка из собачьей петрушки. Рубашка из собачьей петрушки? Да, была какая-то история про близнецов, которые превратились в лебедей или в уток, я точно не помню. Собери 5 листьев собачьей петрушки и скажи мисс Кармен, пусть сошьет из них рубашку. А потом она должна будет заставить своего любимого носить эту рубаху всю ночь. Благодарю за совет. Есть еще народные средства. Глупо, конечно, рассказывать об этом профессионалу, но честность требует, чтобы я это сделал. Говорят, что настоящая любовь может превратить зверя в человека. Наверное. Настоящая, искренняя любовь. Я запомню это. Запомни одно. Ликантропия – болезнь, которая меняет не только внешний облик человека. Прежде чем пытаться снять такое проклятие, ты должен удостовериться, что в душе оборотень все еще является человеком. Почему? В противном случае он продолжит убивать даже после исцеления и до конца своих дней останется всего лишь чудовищем. Ясно. Понятно. Я постараюсь выяснить, кем на самом деле является этот оборотень. Да, Белый Волк. Спасибо. До встречи. Так-с. Ну чё, погнали тогда в башню. Поговорим с Кликштейном, мать его ёб. Может, он что скажет? Ну, в любом случае. Мне нужно в его лабораторию, оттуда в храмовый квартал. В Изимы. Там все близко. Сефироты перестали светиться. Ну, правильно, башня же уже открыта. Так-с. Чё-то, блядь, утопцы там лазают. Да, волки, утопцы. Перволь, ёбаный в рот. Что-то я не ожидал, тут столько всего говна было, столько всякого разного. Я аж что-то как-то, ну, реально не ожидал. Тут, смотрите, голова волка, тоже какая-то такая. Ну это вервольфа, да? Это больше вервольфов, вервольфовская, типа. Забавно, всякого говна тут, конечно, навалом было.
альгули эти блинские. Жалко, конечно, что пришлось все-таки оставить как бы голову волка, но я думаю, за виверну больше дадут просто. Штамм, блин, мало того, что это королевские виверны, так там еще и типа она с именем была. Это просто какой-то ссаный вервольф. Ой, хинопс. Фига вас тут. Говна тут стало водиться. Я прям не знаю. Ну сильно дофига всякого. Дети, блядь, и дехинопсы. И эти споры. И, блядь, альгули. Ну, всякого говна изобилие просто. Просто изобилие. Иди в жопу. Даже не хочу с этими хинопсами больше драться. Вот, блядь, посмотрите, вообще охуевший. В край. Собачья петрушка. Точно. Раз листок. Блин, мне бы это листья же найти. Черт. Может, я, конечно, у травника смогу купить, но сомневаюсь. Плаву, ну какого нахер? Ты тут забыл, а? Гольчатый мерт. Ладно, в жопу потом. Буду собирать листья для этого вервольфа. Точнее, не для вервольфа, а для оборотня. В крайнем случае, там куплю этих 4 листка. И сколько там их надо еще. Сейчас мне бы с Калькштейном поговорить. Здорово. Ты принес? Пока нет. Не меш. Да, но я, похоже, не знаю, что такое костный мозг альгуля. Мозг утопца, скитра, клыки. Но тут много он всего берет, в принципе. Ну все, блядь, так по дешевке, шо пипец. Эти вот кристаллы, они, наверное, бешеного, блядь, бабла стоят, а он их берет за такое, за такую мелочь. Ладно, держи вот те зубы, вот те бошки баргестов этих сраных.
что их ношу с собой. Эликсир Раффорда Белого. Такая интересная херня. Книга «Страх и отравление». Второй том научной работы, посвященный падальщикам. Здесь описывается Альгули. А, вон оно что. Василийские. Каждая стоит 400. Да ну в жопу. Краткая энциклопедия минералов. В книге описываются вещества, минералы, которые можно купить у алхимиков. Такое. Так, поцелуя. Это о чем вообще? Содержит формулу зелий. Секреты ведьмака, укротенные из кармана. Что? Отварки из секрета ведьмаков. Отрывки. Украденные из Кармархена. Так. Книга Ивал. Книга Филина. Бля. Та в жопу. Оно мне не нужно. Я зелье почти не готов. Так. Альбедо? Да. Так, перемести меня, пожалуйста, в лабу. Наконец. Ну, Калькштейн вообще забил дома ночевать, короче, живет в той сраной башне. Тут что-то там ковыряется, там, блин, нифига не осталось, он все еще на что-то надеется. Короче, странный человек, одержимый, можно сказать даже так. Такс. Ой, что-то я долго уже снимаю. Дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, доброго вам FPS, до новых видео, с вами был Марс, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, и увидимся в следующих роликах.